приказываю оставить Смоленск. Вы хотите открыть Наполеону дорогу на Москву? Пусть каждый выполняет свой долг. Я выполняю свой. Жители, покидающие город, по московскую дорогу! Почему мы оставляем Смоленск? Почему? Наполеон сохраняет двойной перевес в численности. Он сохранит его до Москвы. Полагаю, нет. Он вынужден по пути оставлять гарнизоны. Но ведь это... Теперь... Поздно спорить, князь. Приказ отдан, и вам остается только подчиниться. Передайте командующему второй армии, князю Багратиону, что мои войска уже оставляют Смоленск. С одной своей армией он не защитит города. Правда, князь? Я не знаю, к чему именно относится вопрос, Ваше Величество. Правда, что Смоленск оставлен нашими войсками. И неприятель идет на Москву. Да, Ваше Величество. В народе сказывают, есть такой генерал, что в раз Наполеона побьет. Ну, кто такой? А тот, что вместе с Суворовым турок бил. Фамилия у него мудреная. Сперва вроде Сапог, а потом фамилия. Румянцев побеждал? Потемкин побеждал? Суворов побеждал? А как поставили командовать иностранца? Можете радоваться. Сегодня в дворянском собрании подписана петиция с просьбой назначить русского генерала. Позвольте узнать, кого? Thank you.
император не согласится на Кутузова. Он никогда не простит ему поражение под Аустерлицем. Но сражение под Аустерлицем проиграл не Кутузов, а сам государь. Кутузов говорил об этом совершенно открыто. Вот именно этого-то император ему никогда и не простит. Пошлите за Кутузовым. Воля России, моя воля. Зачем рубаху стираешь? На смерть. Царь нашему Барклайке отставку дал. Бой будет. Кто сказал? Земляк мой. Он у генерала Бенгсена в денщиках служит. Сказывал, вместо Барклая Кутузов едет. А он не врет, твой земляк-то? Это, может, твои земляки врать обучены, а мы тверские. Сказывал сам генерал-то. Не весь какой злющий ходит. Кто? Барклайка? Чем Барклайка? Бенгсен. А он чего? Ну что не его вместо Барклая посадили. Известно чего. Ему в лагере. Сегодня такое веселье. Нынче так весело, ребятки. Кутузов, сказывает, едет вождество, а нашему немцу коленкой под зад дают. Какому немцу? Барклаю вождество. Он не немец. Он шотландец. Ты с кем говорил? Знаешь? Знамо. С генералом. С самим Барклаем говорил. Дури! Yeah.
Баста! Отсель назад, ни шагу! На! Так, Багратион, тебя тут и оставил. То есть как не оставил? Скажу, чтобы оставил, и оставит. Адъютант я ему или не адъютант? Что это? Ты у него адъютант или он у тебя? Это все равно, мы с ним этим не считаемся. Ну, давай об заклад биться. Встать сель, ни шагу не пойду. А ну давай. Возьму 1000 гусар, пойду к французам в тыл партизанить. Я эту затею давно обмыслил. Не спорьте с ним, вы проиграете. Мне нравится его затея. Ваше сиятельство, вы давно здесь? Порядочно. Не волнуйся, Денис. Не каждый хвостун гусар, но каждый гусар хвостун. 1000 гусар не получишь, но с новым главнокомандующим о твоей затее поговорим. Новым главнокомандующим? С кем вообще? С кем вообще? С Кутузовым. Он завтра будет здесь. Ура! Ура! Господа, продолжайте песню и дайте мне бокал. Вы? Ваши усы несколько поднялись? Ваше сиятельство, то были усы для отступления, а это усы для наступления. Когда гусар услышит по дороге, как сабли острые шипаются, звеня, мой черный ус пригладит он немного, да ласково похлопает коня, и конь обученный его товарищ старый несется тотчас прямо на врага, и враг бежит гусарского удара. Коль жизнь ему бывает дорога, не родились мы для жизни мирных, сердца гусаров у нас в груди. Вперед, вперед, гусары, смирно, победа ждет нас впереди. Вперед, вперед, гусары, победа. Молодцами, да отступать. Пришел Кутузов, и французов! Ура! Ура! Вот тебе и Кутузов.
сказывал, что боли отступать не будем. А это что? Сказывали тебе, что это не отступление, а позиции для батареи ищем. Нечто можно без позиции батареи давать. Деревенщина. Гвардии Наполеона в сражении не обводилось, ваша светлость. А командующий первой армии, генерал Барклай де Толли, ваша светлость. Зови. Генерал просит подкрепление, ваша светлость. Багратион подкрепление не просит. Раевской подкрепление не просит.
А его пуще французы атакуют. Один Барклай просит. У меня своих резервов нет. Михаил Богданович знает это. Вступай. Непрерывно атакует ваша светлость. Нет возможности держаться. Князь просит немедленно подкрепление. От кого другого, от князя Багратиона, не ожидал. Барклай подкрепление не просит. Раевский подкрепление не просит. Один Багратион просит. У меня своих резервов нет. Армии Барклая дивизию и направить к Багратиону. Без дела стоять. Дозвольте атаковать французов, ваша светлость. Надобность придет, не дозволю, а прикажу. Пришли вести от генерала Раевского. Генерал умоляет подкрепление. Послать дивизию из моих резервов. Что это за дивизия? Дивизии из армии Барклая, ваша светлость. Что? Фельдмаршал прислал ее и велел доложить, что своих резервов у него нет. Князя Багратиона спасает кто? Барклай? Зачем брал дивизию? Лучше бы я умер здесь. Вступай. Зря рубаху стирал на смерть. Не только мы, что перед Богом предстать.
пред унтерами то показать срам. Одна надежа, может, живой останусь. Петя! Тебе дать, сынок? Не, все равно. Отпиши, Семен, в село Липки, что подле Рязани. Флешей, ваше сиятельство. Надо немедленно послать за подкреплением, если еще не поздно. Поздно. Маршал того просит, ваше величество! Король Неаполитанский просит! Маршал Ней умоляет, ваше величество! Нельзя терять ни минуты! Багратион перешел в наступление! Thank you.
еще. Нет еще надобности в твоих казачках. Все идет пока. Слава Богу. Опять, небось, за подкреплением? Князь Багратион смертельно ранен. Дождались и твои казачки дела. Приказываю. Перейдешь реку. Ваше Величество, сопротивление русских сломлено. Они еще держатся. Дайте мне гвардию, я разрежу русскую армию и утоплю ее в реке. Еще одно усилие, Ваше Величество, и русские будут уничтожены. Пустите гвардию. Гвардию. Гвардию, Ваше Величество, и я принесу вам обед. Сейчас наш император махнет своей перчаткой и скажет, как всегда и везде, гвардию в огонь! Казаки атакуют наш левый фланг. Они прорвались в тыл. Они приближаются к штабу, Ваше Величество. Остановить наступление и отбить казаков. Гвардия не двинется с места. За 800 лье от Франции я не могу рисковать моим последним. Резерв. Молодец!
Представлю к награде. За что? Вы не поняли, ваша светлость. Моя конница рассеяна. Атака не удалась. Ну уж и не удалась. Не двинул Наполеон гвардию. А кабы двинул. А сражение-то мы выиграли, господа. Как выиграли? Ну, если и не выиграли, то уж во всяком случае не проиграли. Что русские стоят на месте, и ваше величество? Отведите войска. Князь Багратиона увозит. Сейчас. Михаил Илларионович, Москву не отдадите. Скажите правду. Правду скажите. Что ты? Кто ты? Князь Петр. Как можно Москву отдать? Теперь умру спокойно. Мое мнение, господа, остается прежним. Я человек военный. Москва для меня есть прежде всего позиция. Позиция для защиты непригодная. Предлагаю оставить Москву без боя. Оставить!
оставить без боя священную, древнюю столицу России, то лучше умереть в Москве, чем сдать ее на поругание неприятелю. Если позиции под Москвой негодны для защиты, кто нам мешает атаковать самим? Я предлагаю атаковать! Дать бой вот, у Воробьевых гор! Надо отступать. Ну, навряд ли государь одобрит вашу настойчивость в отступлении. Властью, данной мне государем, приказываю отступать. Россия не одна Москва. Коль потеряем Москву, но сохраним армию, не все потеряно. Коль потеряем армию, то не сохраним ни Москвы, ни России. Ответ за сие перед государем и отечеством приемлю на себя. Отступать прикажете на Калугу? А отступать будем на Рязань. И вы свободны, господа. Вы добились своего, Михаил Богданович. Судьба Москвы была определена вами еще в Смоленске. Разве не прав был замысел моего отступления? Если бы не признал я правоту твоего замысла, то дал бы сражение Наполеону тотчас по прибытии своем в армию, а не отступал к Бородину. Но почему тогда позволяете наносить мне в своем присутствии обиды, которых я не заслужил? Разве не прав Бенниксон, утверждая, что судьба Москвы была определена еще в Смоленске? Но вправе ли он тем попрекать меня? Разве совершенное мною совершено не в предвидении общего блага? От дня, когда постигаешь правду сам, до дня, когда торжествует правда, не хватает порой и жизни человеческой. Смирись, Барклай, столь тяжкой для всего Отечества час. Мыслимо ли помнить обиды, тяжкие для одного себя?
Москва. Это только в позициях. Москва. Москва. Москва пуста? Но где же русская армия? Быть может, она у нас в тылу? Кутузов приказал своим генералам отступать на Рязань. Ваша светлость, мы не туда поехали. Ведь приказывали на Рязань, а повернули на Калугу. Задача. А назад вертаться? Недобрый знак. Пути не будет. Придется отступать на Калугу. А Наполеон пускай нас у Рязани. От его императорского величества. Не разберу я что-то. Глаз-то у меня один, а приглядывать ему за многим достается. Притомился, видимо. Так, почитай. Князь Михаил Илларионович, не могу скрыть, что крайне удивлен вашей медлительностью и бездействием. Как сообщает начальник штаба генерал Бенниксон, не столь видимый начальник штаба, сколь доносчик и интриган. Считай. Как сообщает мне начальник штаба генерал Бенниксон,
влияние вашего предшественника Барклая де Толли продолжает оставаться в армии достаточно сильным. И именно этому влиянию обязаны мы оставлением Москвы, в то время как сражение под Бородино, по вашему донесению, было нами выиграно. Влияние Барклая, вот оно что. Отпусти я Барклая из армии. Завтра же Бенниксен донесет царю, зачем я отпустил всего разумного генерала. Знаю, чего мой начальник штаба хочет. Знаю. Осмелюсь доложить, ваша светлость, об этом в штабе тоже догадывается. Ну, коли в штабе знаю, так еще того лучше. Так. Забыли меня, старика, Михаил Богданович. Может, зайдете вечерком поговорить? О чем? Мы же с вами все понимаем и можем говорить откровенно. То, что делает сейчас Кутузов, было задумано нами и без него. Не знаю, создан ли я для побед, но для интриг не создан, граф. Фельдмаршал спит. С тех пор, как мы встали в Тарутине, Фельдмаршал все время спит. Киса, кисонька, эх, тебя угораздило, кисонька, на всей моей артиллерии разлеглась. Генерал Барклай де Толли, ваша светлость. Зови. Вам бы, ваша светлость, и взаправду надобно поспать. Этак вы того гляди и над столом уснете. Ваша светлость, доколе было мне тяжко, но была во мне нужда, я терпел. Ныне нет той вам не нужды. Прошу отпустить по болезни. Скажи, Барклай, как мыслишь ныне? Выиграли мы сражение под Бородино? Или проиграли? Сражение, после которого следует отступление, считается проигранным, ваша светлость. Вот-вот. Ты в бою докладывал так с адъютантом. А ведь сражение-то не было проиграно. Ибо не сломлен был дух армии. И отступили мы не по воле противника, а по своей. И победили не они, а мы. Ибо не сломлен был дух войска российского.
пить. А ты, Михаил Богданович, ты прости меня, старика, всего не постиг разумом. Так повинны ли войско в том, что не постигло замысла твоего душой? Видит Бог, скорблю о разлуке с тобой, но ныне, пока Москва в руках Наполеона, не могу подняться тебе на защиту, ибо ненависть к тебе утвердилась, и доверие ко мне будет поколеблено. Прощай, Барклай. Ваше превосходительство, фельдмаршал спит. Да, я приду позже, ваша светлость. Ну ж, коли пришли. Говорите. Вы отпустили Барклая, ваша светлость. Угодно ли это будет государю? Барклай командовал армией. А вы не командовали армией, генерал? Нет, ваша светлость. А кто вас-то я могу отпустить не в обиду его величеству. Поезжайте-ка в Калугу. Зачем? Лечиться. Лечиться? От чего? В Калуге разберут. Крестьяне опять отказываются, ваше величество, продавать нашим войскам продовольствие и фураж. Надо отбирать. Они нападают на наших фуражиров. Наш обоз из Смоленска опять захвачен этим русским офицером. Поймаете, повесить. Пьяные солдаты?
Они горланят даже под моими окнами. Ваше Величество, почти невозможно бороться с этим. Солдаты считают, что война закончена. Мы ведь обещали им мир в Москве. Петр Петрович, что говорят в войсках? Не скрою, ваша светлость. Офицеры жалуются на бездействие. Сидим и ждем. А чего? Опять к атаке клонишь. Пока Наполеон сидит в Москве, да мира ждет. Мы тут по малости войска собираем, без помехи. А французы, оказывают, всех ворон поели. За мышей ныне принялись. Не слыхала? Передайте императору Александру мое предложение о мире. Скажите, что я делаю это только из любви к нему. Но если русские не пойдут на мир, я двину мои войска на Петербург. Пусть они сожгут свою вторую столицу. Ваше Величество, русские не пойдут на мир. Не бойтесь уступать, Ларистон, идите шире навстречу русским. Армия устала. Ваше Величество, я не думаю, что русские пойдут на мир. Мне нужен мир. Во что бы то ни стало. Мир. В нашем тылу толпы крестьян разбойничают по дорогам, грабят обозы, убивают солдат. Когда воюют армии, действие черни пагубно для обеих сторон, ваша светлость. Вам легко было бы унять свой народ? Мне ли усмирять праведный гнев народа? Пропуска в Петербург дать вам не могу. Письмо же его величеству к императору Александру отошлю нынче. А до ответа мы могли бы заключить перемирие. К сожалению, неполномочен, граф. Ваша светлость, право уже довольно. Пора кончать эту войну. Кончать. Так мы же еще и не начинали, граф. Только собираемся.
разбить по два полка и, обойдя Москву, зайдите французам в тыл. Займите все дороги. Баталий громких не затевать, но чтобы в Москву не только не один обоз, ворона, чтобы и та не пролетела. С Богом. Ответа от русского императора нет. И, по-видимому, не будет, Ваше Величество. Маршалы собрались и ждут решения, Вашего Величества. Ушли французы из Москвы. Ушли, ваша светлость. Спасена Россия. Преждевременно. Собирание армии окончено. Война. Атаман Платов, храбрость твоя нам ведома. Наполеон с армией устремился на Калугу. Ступай с авангардом, прегради ему путь у Малоярославца и стой! На смерть. Мы поспешим следом.
Видимо, завтра нам предстоит новое Бородино. Ну-с, дадим Наполеону второе Бородино? Не в новом Бородино наша победа, а в том, чтобы заставить французов отступить по старой Смоленской дороге и сохранить армию. Вы ищете побед, а я ищу в них смысла. Вы свободны, господа. Ваше Величество, вы видели поле сражения. Вся земля покрыта трупами наших гвардейцев. А с кем мы боролись? С русскими ополченцами, которые пришли полуодетые, полуобутые, плохо вооруженные. С какой яростью эти русские шли на смерть? Вот с каким народом нам придется завтра сражаться. Я не смею советовать Вашему Величеству, давать или не давать завтра генеральное сражение русским, но поскольку в Смоленске есть шестимесячный запас продовольствия, и армия могла бы разместиться там, на зимних квартирах... Довольно! Если завтра сражение будет выиграно той же ценой, что и Бородино, то я, Ваше Величество, тоже за то, чтобы зимовать в Смоленске. Значит, отступать по старой Смоленской дороге. Бородино. Пусть будет снова Бородино. Мы дадим сражение. Мы пойдем на Калугу. И горе тем, кто преградит нам путь. Берти, прикажите подать мне лошадь. Я смотрю наши позиции. Здоров. Солдат Семен Жестяников подарок просил передать вашей светлости. Подковы, к счастью. Что в них еще? К чему он их прислал? Осторожнее, ваша светлость. Скользко. Садись. Садись, Семен Жестянников. За подарок спасибо. Да к чему он мне? Я ведь не коновал.
А вы поглядите хорошенько, ваша светлость. Ну? Что же? Что в них приметного? Да ведь без шипов, ваша светлость. Я их с лошадей французских снял. А они подковы-то. Без шипов. Нынче-то по грязи лошади падать станут. А ежели чуть ледок пойдет, так у них вовсе вся конница тогда попадает на этих-то подковах. Выходит, ты мне всю французскую кавалерию подарил. Ты дал? Спасибо. Спасибо, братец, спасибо. А за каждую подкову вот тебе, Салковому. Ваша светлость, да я вам к завтраму их хоть 1000 штук достану. У меня на твою смекалку целковиков не хватит. Атаман Платов, возьми конницу. Дорога на Медынь. На рассвете атакуй французов. Надо бы приберечь силы для генерального боя, ваша светлость. Да и у французов там вся кавалерия собрана. Исполняй приказание. Казачки твои в тылу французов гуляют? Уж это как полагается, Михаил Ларионович. Ступай. Тесно, сидите, ребятки, тесно. Прикажи по всему лагерю, чтобы более чем подвое у костров не сидели. Сколько ж тогда костров развести надобно, ваша светлость? Сколько выйдет. А смекалки бы тебе у Семёна Жестянникова попризанять. Император ехал верхом, осматривая позиции. Вдруг, летя карьером прямо на нас, с пиками наперевес показались казаки. Я и маршал Дессер заслонили императора и стали отбиваться. Еще минута, и император мог быть убит. Мог быть взят в плен. Но тут подоспели егеря и поляки. Ну что император? Как император? Что император? Император был совершенно спокоен. Император улыбался. Здравствуйте, император! Здравствуйте! Видимо, к русским подошли еще новые подкрепления.
отступать, Ваше Величество. Бежать. Первый раз в жизни. Приказываю! Параллельно с армией Наполеона. Маршем! Идти на запад! Попадет ли Наполеон со своей армией в плен, на то власть Господня. А гнать его из России, на то уж власть моя. Бегут, Бертье. Разве русские близко? Они голодны, Ваше Величество. Мы не можем посылать фуражиров за продовольствием в сторону от дороги. Слева параллельным маршем идет армия Кутузова, следом за нами казачьи полки Платова. Мы уходим как бы под конвоем русских. И голод все быстрее гонит наших солдат к Смоленску. Прикажите Бертье не пускать их в Смоленск до прибытия гвардии. То, что вы допустили грабить склады. Очевидно, вы сами помогали. Оп! Это ветер, Ваше Величество, поднял на воздух наши запасы. Дайте распоряжение войскам немедленно выступать. Мы покидаем Россию. Снимай засаду, Денис. Перехватили наших французов. Сеславин? Нет. Фиглер? Да нет. Он, смотри. Кто тут у вас старший? Василиса, барин. Какая Василиса? Известно какая. Старостиха. Староста-то позапрошлом году помер, а старостиха-то осталась. Вот, значит, и верховодит по малости. Ну, а французов-то кто в плен взял? Известно кто. Старостиха и взяла, а?
Василиса. Молодец. Ну, пошли, шаромыжники. Пять дней я этот отряд французов выслеживал. И вдруг кто-то из-под носа увел. И кто увел? Баба! Ну, на нас с тобой еще французов хватит. Тут неподалеку в лесу целая бригада генерала Ожероп лутает. Может быть, его захватим? Поколе! Одерживаемых вами ежедневно и повсюду, теперь остается только преследовать неприятеля. И тогда земля русская, которую враг хотел поработить, усеется костьми его. Остается зима, юги и морозы. Вам ли боятся их дети севера? Творов учил нас сносить и холод, и голод, ежели впереди ждала победа и слава. Вперед! Нами Бог, перед нами разбитый неприятель, да будет за нами тишина и спокойствие. Лошадей разъезжаются на льду. Разрешите, ваша светлость, кавалеристам переправляться в пешем строю. Ты что задумался? Их задешево я его светлости французской подковки отдал. Thank you.
немецкие ядра разбили переправу. Прикажете саперам чинить мост? Гвардия вся успела переправиться, маршал. Почти вся, ваше величество. Тогда сожгите мосты. Но часть армии еще на том берегу, ваше величество. Сожгите мосты! Зачем нас позвал император? Я думаю, он хочет рассказать нам о той главной ошибке, которая привела к столь роковому исходу. Что вы имеете в виду? Я имею в виду вашу ошибку, Бертье. Когда вы не сумели выполнить приказ императора, чтобы гвардия первой вступила в Смоленск. Если бы вы сумели это сделать, мародеры не разбили бы склады с продовольствием, и мы зимовали бы в Смоленске. А я полагаю, что главную ошибку совершили именно вы. Посоветовав императору отступать из Малоярославца по старой Смоленской дороге. Не ссорьтесь, господа. Я помирю вас. Роковая ошибка была совершена несколько раньше. Когда мы бесплодно больше месяца сидели в Москве и теряли время, ожидая мирных предложений от русских. И вы не правы, Ларистон. Наша главная ошибка была совершена еще раньше. Когда мы начали поход на Россию. Собрал вас, господа, чтобы попрощаться с вами. Я должен уехать во Францию. Наша армия почти уничтожена. Здесь я ничего не могу сделать. Во Франции я соберу другую армию.
прощайте, господа.